В том числе и с точки зрения статистики. Если вдруг он считает, что он выиграл шайбу, а записали в протокол не так, он будет разбираться. Шумаков тем временем забивает фантастическую шайбу. И Лада выходит вперед. 1-0 в пользу гостей. Давайте посмотрим. Вот здесь динамовцы проигрывают спорную шайбу. Борьба 2 в 3, да, два игрока Лады выигрывают борьбу у трех хоккеистов Динамо. И одного динамовца на пятачке как раз-таки не хватило. Мог, мне кажется, Миронов чуть раньше выдвинуться на Шумакова и оставить того игрока на пятачке, который, на мой взгляд, был менее опасным. Вот, как раз уже надо было выдвигаться. И не успел в итоге Миронов подбить клюшку у седьмого номера Лады.